Откуда булки, если не секрет? Луганская область. Подконтрольная, да? Кому? Украине. Ну да. Я просто уточняю, извините. Окей, о чем беседовать в рулетке? Я из Торонто, Олег меня зовут. Беседуем. Кто о чем начнет разговаривать, знаете? Ну, понятно. Кому-то интересно. А вы о чем начинаете? Я стараюсь не начинать. Вы стараетесь, чтобы собеседник начал, да? Да, да. Ну, на какие темы обычно любите общаться? Вообще нравится мне с людьми общаться на тему хобби, там музыка, увлечения музыкальные у кого какие, то есть, ну, по-разному. Просто, как правило, люди общаются о политике, и если россиянами у нас начинается разговор о политике, то он очень быстро заканчивается. Ну, понятно. Ну, потому что музыку какую предпочитаете, например? Ну, музыка у меня, так скажем, основное, ну, то есть то, что вечное, так скажем, да, это Цой. Вот. Это то, что я могу слушать всегда. Ну, Битлз, наверное, из вечных, да? Битлз я могу слушать только те композиции, которые являются, как скажем, топовыми. Есть туда и там. Вот. Скорпион это тоже в любое время моя любимая музыка. Понятно. Я вот Deep Purple больше предпочитаю из того времени. Ну, у меня есть товарищ, который, да, он любит вот. Ну, понятно. Ну, ясненько, хорошо. Еще есть какие-нибудь вопросы или тематика? Ну, вопрос такой, а почему Канада и почему ВПН российский именно? Чтобы найти русскоязычного собеседника. Еще раз? Чтобы найти русскоязычного собеседника быстрее. Понял. А, ну то есть, вы не выбирали специально Украину, да? Нет, ну в данном случае я выбрал, поставил Украину. Бывает, Россию ставлю, если не русскоязычных нужно. А Украина, может быть, вас что-то интересует, вы спросите. Да, в общем-то, вы же хотя о политике не говорите, ну, можно было поговорить. Ну, ладно. Ну, спросите, ради бога. За кого голосовали, если не секрет? На президентских? Ну, или на парламентских, или. На парламентских я не пошел. А на президентских? На президентских все прошло. И в первом тоже, да? И в первом, и во втором. Как думаете, почему он проиграл? Причина. Почему проиграл? Да. Я так думаю, что люди в основной своей массе голосовали против него от усталости. Нет, ну... Мотивацию людей я понимаю, я не буду спорить. Я имею в виду, что видите ли вы, в чем он неправильно вел предвыборную программу, или вы считаете, что он правильный? Вижу. В чем? Слишком агрессивно. Нет, я считаю, что он абсолютно не играл на восточном электоральном поле, а играл против него. А играл на центрозападном, хотя у него и так там... были столько процентов, что увеличить он их мог не намного. А на Востоке он много потерял своим армавиром. И даже он в качестве мести всунул этот укромовный закон за три дня
до инаугурации Зеленского, даже потерял из-за этого на парламентских выборах процентов 3. Может быть. Я вам скажу, как житель Востока Украины, да, что он не смог бы здесь ничего набрать в любом случае. Не, ну он не смог бы набрать большинство. Но он смог бы набрать намного больше процентов, чем он реально набрал. На один день. Там сколько, 8, максимум 8-9% по областям, а мог набрать, ну, хотя бы до 15, до 13. Сомневаюсь. Ну, окей. Ладно, я вас понял. Это было протестное голосование. Это было протестное голосование. Мотивацию электората я понимаю. Я ж вас спрашиваю, мотивацию действий Порошенко и вот тактика во время предвыборной кампании, в чем она заключалась. Ну окей, я вас понял. И здесь, на этом перекрестке. А, ну вы, наверное, хорошо помните события 2014 года в Украине, да? Конечно, конечно. Смотрите. Ну, нет, я продолжу мысленный вопрос. Вот конец февраля 2014 года он убегает из Киева в Харьков, прилетает. Там он должен был пойти на съезд юго-восточных губернаторов, которые специально съехались ради этого в Харьков. Угу. Он резко туда не пошел, хотя собирался, и сваливает в Донецк. Ваша версия, почему он не пошел на съезд? А из Донецка летит в Крым. Это уже не важно. Там уже в Донецке он уже потерял легитимность. А вот в Харькове он потерял легитимность. Для этого надо вспомнить один эпизод 2004 года, Иванов-Франковский. Тогда он потерял сознание от того, что у него кинули яйцо. Ну, по-моему, потерял сознание — это привлечение его этих самых противников. Он, по-моему, просто там упал. Ну, а от попадания яйца люди не падают. Нет, дело в том, что... Люди падают, потеряли сознание. Я понимаю, но по-моему, сознание он не терял, но был очень, очень нервный, это да. Но дело в том, что в данном случае винить его не за что, потому что он формально выполнил требования охраны. Охрана ему сказала: ложись, он лег. Нет. Вы когда-нибудь ложили вот так? Если вы падаете лицом всегда, всегда, это инстинктивно. Вы будете падать так, на руки. Вот. Вы никогда не будете падать затылком назад. А он разве назад упал? Я просто не помню. Да. Назад? Ну, то и дело, что он падал именно назад. Да, пардон, я просто... У него закрылись глаза, и он начал падать назад. Вот, то есть, ну да, это он начал падать, а, по-моему, его подтолкнули, в итоге он упал вперед. Да, я вспомнил этот эпизод. Он начал падать назад, а его подтолкнули сзади, он упал вперед, по-моему. Нет. Ради бога, Янукович и яйцо. Набираете в Ютубе и видите. Ну хорошо, это хорошо. Я же не сторонник Януковича. Я согласен, что он трус и так далее. Он трус. Ну, тем более, что когда ему сообщили, что ты свою роль отыграл, и теперь мы будем отыгрывать немножко другой вариант. А ты, если хочешь жить, давай бегом собирай свои манатки и вали в Россию, да? Вот. Это же все было. Это ему в Киеве сообщили, все правильно. Нет. В Харькове мы такое не могли сообщить, поскольку вся харьковская ментовка тогда была. Ну, 18, когда он в ходе переговоров ходил, созванивался со своим патроном Владимиром Владимировичем, ему сказали, что давай, чувак, хочешь жить, бегом к нам. Ну, понятно. Есть такая версия, да, я слышал, что якобы Путина бы запретил идти на этот съезд. Ему Путин явно сказал, что мы приступаем к операции по возвращению Крыма. Ну, а причем тут это операция и речь Януковича на съезде?
когда у нас планировалось? При том, что для того, чтобы легитимизировать отжатие Крыма, надо было, чтобы в Украине пролилась конкретная кровь. Ну, я мысль ваша понял. Вот. Поэтому ему так и сказали, что... Так версия пойдет. Но я считаю, что очень печально, что он оказался таким трусом и не пошел на съезд. Тогда бы и войны не было, и Украина бы не разделилась. Очень печально, что он оказался Альхеном. Помните такого героя Ильфа и Петрова? Да, да. Альхен было. Ударение на первый. Альхен. Ну, Альхен, неважно. Знаете, для нас в такой ситуации был бы лучше все-таки Александр Григорьевич Лукашенко. Вот. Как-то не странно, который балансирует на лезвии ножа. Вот. Который говорит, да-да-да, я за дружбу с Россией, всей душой, за единение. Вот. А, чё? Объединяться в одну страну? Не, идите нахер. И вот он балансирует. Я за, но я против. Понятно. Ну ладно, еще вопросы есть какие-нибудь? Как в Канаде жизнь? Нормально, не жалуемся, живем. Вы с диаспорой или с канадцами? Что значит с диаспорой? Ну, я не украинец все-таки, этнически. Ну, диаспоры-то разные. Не, ну я в польском районе живу. А, с поляками. У озера. Там лодка, то все, это вот удобно. В Россию назад не тянет? Откуда вы знаете, что я из России? Ну, вы сказали, что вы не украинец. Ну, я сказал, что этнически я русский, я из Харькова вообще-то. А, ясно. Тут не важно, откуда уехал, важно, какая национальность, этность, по-современному это... То, что раньше было национальность. То есть этнические привычки соблюдают или не соблюдают. А то, что откуда уехал, это важно только первые годы, пока не получил гражданство. И в принципе важно только для погранцов, когда ты пересекаешь границу Канады. И все. Ну, когда как. Ну, да. Видите, та же Мила Йовович, она до сих пор помнит о том, что она украинка. Ну, даже это его... стойно, когда помнит. Да? Я тоже помню свою национальность и блюду, так сказать, определенные этнические привычки. Понял. Ну, в этом случае достойно, когда блюдешь привычки именно свои и традиции именно своей национальности, а не той страны, из которой ты уехал. Они, вернее, они гособразующего этноса той страны, из которой ты уехал. Это было бы нонсенс. Я бы не сказал, что в Украине плохие традиции. Нет, ну я ж не говорю, что они плохие. Кухня вообще отличная, хотя и вредная. А кто сказал, что она вредная? Ну, пишут везде, что из мяса самое вредное вроде как свинина. По холестеролу, там, по туда-сё. Хотя с точки зрения приготовления она наиболее удобная, как вы знаете, да? Да и говядину удобно готовить, ради бога. Ну, говядину отбивать надо. Свинину не обязательно, например. Шашлык свиной можно купить сразу на шампур. А с говядины нет. Говядину надо хотя бы 3 часа отмочить. Чтобы нормальный получился. Вы имеете в виду шашлык, мясо просто свиное купить, порезать и сразу. Да, ну-ка, не готовый шашлык, который уже там замаринован, а именно мясо свежее.
Прямо свинину можно покупать, прямо на шампур нанизывать, будет нормальный шашлык. А с говядиной так не получится. Знаете, я вам как скажу... С баранина тем более. Ну, баранина... Баранина — это отдельная тема. По поводу мяса... Можно не есть свинину, да, всю жизнь. Ну, и тем не менее быть жирным, как я не знаю кто. Ну. Можно, да, на, так сказать, таком, так сказать, на генных продуктах, конечно. Не только на генных. Не только на генных. На генных модифицированных. Ради бога. Макарошки самые дешевые. Сидите на макарошках, вы свинину не видите. Но тем не менее у вас дует во все стороны. Да, да, я согласен. Ну, поэтому это такой вопрос. Ну, я знаю, я среди черных тоже есть толстые, хотя они, по-моему, свинину и не едят. Черных вы имеете в виду Кавказа? А, негр? Нет, среди негров. Угу. Кавказцы есть толстые. Ну, кавказцы меньше как-то, да. Ну, есть, попадается. Есть. Даже в нашем городе я видел ребят таких. Ну, кавказцы же не все не едят. Мусульмане не едят. Грузины едят, армяне едят. Я имею в виду сейчас азербайджанцев, мусульман. Ну, они, да, они не едят. Понятно. Поэтому это такой вопрос достаточно спорный по поводу, если мясо без всяких примесей, домашнее, хорошее, то и вы едите только для того, чтобы пополнить, так скажем, энергозапас, да? То вы никогда не будете толстым, и болезни у вас будут только от старости, ну, а не от того, что вы едите. Я в принципе, согласен. Да. Поэтому я тоже свинину, в принципе, ем. Ну, окей, еще есть вопросы? Да, в принципе. Вроде неплохо пообщались. Ну, всех благ. Наверно, зря жалел Деникин хама. Их надо было брозгой да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Но ты мне умер.